Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать в Tekken 7. Сегодня играем за Хейхачи Мишиму. Неожиданно, да? Неожиданно. Попробуем. Так, значит, против нас драгунов 173 победы. Дед может резко атаковать по ногам. Очень резко. Сложно заметить, как я понимаю. Ну, посмотрим. Посмотрим. О. Опа. Наступил. Так, не все работает, как я хочу. Ой. Ух ты. Слушай. Чё красиво. Тупо ударник. Ой. Ой. Больно. Да ладно, это закомбил. Воу, вроде что-то есть. Есть лаунчер сейфовый, который бьет, ну не на пол карты, но нормально. Есть Wave Dash Мишимовский особый, который, с которого можно выйти там, по-моему, вроде в лаунчер, можно в ноги, то есть это 50-50 получается. Ну может я не прав, я не знаю, но это мне так кажется, как начинающему игроку. О, броня. Ой. Ага, наказывается. Но он вроде читает уже. О. А, да ладно. Ух. Неплохо. Неожиданно в ноги вышел. А, это плюс. А, у Мишимы вот такая вот штука еще есть, дальняя. Ой, ой, ой. Опа.
А, все, это за удар я схватил его. Ну слушай, красиво играется. Вроде как. Приемов, количество приемов резко сократилось. Один, два, два хорошо наказывает. Быстрые джебы, причем выводит в плюс hit advantage, после которого можно, ну, не знаю, что-то сделать. Можешь попробовать вниз назад два, потому что хороший удар. Ой. Ага. За удар. А, все, он захвата не рвет. Как вам такое? Раунд 3. Файт. Ой. О, что? Я увернулся моделькой. Из-за этого удара он по мне не попал. Нормально, слушай. Он сдался. Я только сегодня начал изучать этого персонажа, и вроде неплохо что-то получается. Опа, Фэнгвэй. Так, в основном побеждает, да? Интересно получается. Ты делаешь вниз-назад 2, а потом противник ожидает while standing, например, 3-1 плюс 2, который выводит на комбо при попадании, даже в панеш, не обязательно в контратаку. Это очень важный момент для персонажа, как я считаю. Ну, тут просто уничтожение. Опа. А, да ладно, комбо. Прикинь. За удар схватил. Надо добивать вниз 3. Почему? Так, подожди. Он скрывает от меня силу. Опа. Эта штука спасает. Пока что вертушка спасает. Ага. Не, я эту штуку знаю. Дружище. Да-да-да, я немножечко чуть-чуть, и вот так вот еще.
чуть-чуть в тренировке. Причем самое что интересное, это комбо придумал сам. Я еще особо гайды не смотрел. Но, как оказалось, что-то понять из приемов этого персонажа можно и самому, без гайдов. По гайдам было не совсем понятно, как за него играть. Наверное, вот это просто после того, как против меня сыграл Казуя, я понял, что вот эта вот вертушка с ногами очень хорошая штука. Ой. Ага. Он думал, там еще что-то будет захват. Не, я еще раз это сделаю. Опа. Ой, ну это... Я удар. О! Эта штука не отбивает захваты. Он думал, что я атакую, и начал это... Контр. Опа, это что? На... Он эти ноги кушает сейчас, просто кушает. Но, видимо, на рангах повыше эти ноги будут уже лоу-перить, но пока что вот эти ноги просто едят, и за счет этого можно выдавать неплохой урон в комбинациях. И эти комбинации вроде несложно делаются. Не знаю, что нажимать... В наказание нажимай 1-1-2, а потом будь в преимуществах, да? А. Ой, теперь я ноги кушаю. Ну да. Ну да, да, да. Я же все время делал, типа, подножку. Ой, ой-ой-ой, лаунчер. А вот тут я не помню, что делать после этого. А, нет, рано, рано, рано. Наказание. Мне с 4 надо было. Ой, лаунчер. Это, кстати, можно еще... Вот так вот продолжить. Это сайдстеп 3-2. Ой, какое 3-2? Сайдстеп 2-1. Его можно, по-моему, продолжить после стана в крутилку по ногам. Но сложный тайминг. Но там урона получается что-то 72. Или что-то такое. Нормально. О! Лейв лонг. Я думаю, что должны быть игроки посильнее, чтобы протестировать силы Хейхачи Мишима. Ощущение такое, что играется очень уверенно этот персонаж. Ай-яу! А, сразу с ног. Да.
О. Тихо. Не-не-не. Он хотел красиво подняться. Давай с броней сразу. Ах ты. Воу. Опа, опа, опа-па. Накажешь, что ли? Хадукин. Хадукин без Хадукина. Воу-воу-воу. А, лаунчер. Лаунчер у него. О, в смысле, типа? Ая! Сайдстеп 3-1. А потом крутилочка. А он что-то умеет, этот Ли Вулонг. Он хитрый. Никогда бы не подумал, что буду играть за вообще любого из Мишима. Мне казалось, что вот... Вообще, эти персонажи мне не подходят. Типа, там, без захватов. Хотя, опять же, захват Мишимы можно очень неплохо использовать. Это, по сути, 55 урона, а не 35. Потому что вниз 3. Сайдстепы не работают. А, ноги сразу, да? Ну все, до свидания. Пропустил вертушку. До свидания. О! Ха. Ой, броня. Я тоже так умею. Накажет, накажет, накажет. Ага, как же я не догадался тогда этого. Опа. Ну вот эту вертушку можно прям постоянно использовать на этих рангах, во всяком случае. Не долетел, да? Ой, это наказывается, типа, то, что он сделал.
Не знаю, что нажимать. Нажимай Хадукин, да? Нет, подожди, не может быть такого. Должен быть какой-то наказывающий лаунчер или станящий какой-то удар. Что-то должно быть. Интересно, а если у while standing 3, 1 плюс 2, а потом вперед 3, это точно работает в комбо. Коннектится ли это потом с вниз 4? Или противник успеет подняться? Потому что если да, то это неплохой while standing launcher или while standing low punisher. Наверное, никто ничего не понял, да? Фу. Красивая арена. Так, вниз 3 бесплатно. А, они всегда работают почему-то. Опа. Да умеет играть, умеет. Потому что я не вижу. А все. Это станет в любом случае. Ух ты, тренчит. Ого. Так, играть умеет явно. Играть умеет явно. Где-то не третий, да, ну мне кажется. Хотя, сейчас посмотрим. О! Ну-ну-ну, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Тречит, эта атака тречит. Сайдстеп, который тречит, неплохо. Ух ты. Давай. Броню сбила. Конечно, это ж ноги. Броню сбила ногами. Ну, лежи больше, да. Привет. Нет? Понятно, если противник лежит на земле, делай вниз 3, как минимум. Вот это достойный противник, я считаю. Мне кажется, это не третий дан, это человек, который немного умеет играть за других персонажей и просто изучает Асуку. Ну, не знаю. Ну, а может быть просто, ну, фиг знает. Ноль побед. Ну да, типа, одна победа, точнее. Так играть не начинают. Ух ты. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Лаунчит. Попался. Попалась. Вниз требует?
Нет! Она быстрее. Она быстрее. О! Эстеп. Ой. Да. Другой захват, да? Что, а как подняться-то быстро? Я не понял. Ой. Броня быстро такая, слушай. Этот противник явно играть умеет, я же говорю. Это не третий дан. Но почему-то реванша не желает. Странно. Так, ну, в принципе, я доволен. Хейхачи Мишима персонаж мощный. Несложный вроде как, хотя на первый взгляд так кажется, вроде бы он должен считаться сложным, потому что его этот вот кулак электрический, да, говорят, что его сложно выполнять правильно. И этот кулак, он оказывает сильное давление на противника, потому что отталкивает его, по-моему. В общем, на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.